Здравствуйте, это программа «По клевым местам» и ее ведущий Роман Бутузов. Сегодня я нахожусь на канале имени Москвы. Совсем недалеко здесь есть железнодорожная станция, и очень просто добраться, не имея собственного автомобиля. Место здесь достаточно интересное для разных типов рыбалки, но я ловить буду на спиннинг, потому что здесь достаточно большой технический залив и, собственно, канал, который соединяется протокой с заливом. В общем, у меня есть возможность попробовать поймать судака и окуня на самом канале, но начну я, скорее всего, с залива, потому что здесь есть щука, и с утра, ну, есть некий шанс ее взять. Рыбу ловят практически по всему каналу от Москвы до Большой Волги. Одно из популярных и известных рыболовных мест находится около железнодорожной станции «Морозки». На машине сюда можно добраться по Дмитровскому шоссе. Сразу за Подосинками, возле поста ГИБДД, будет поворот на мост. С моста хорошо виден и сам канал, и залив. Залив представляет собой подпруженный ручей, который соединяется с каналом-протокой. Рыбалка с лодки здесь самый идеальный вариант. С берега лучше ловить на вейдерсах, иначе возможности и поиск точек резко снижается. Место, конечно, хорошее, но без лодки, хотя бы резиновой. Здесь сложно ловить, берега достаточно заросшие. Я здесь, конечно, попробую, но все сводится к тому, что ловить придется на канале. Да, ловить здесь, конечно же, сложно. Нужно иметь хороший арсенал поверхностных приманок, хотя в некоторых местах хватает и обычной вертушки. Но все-таки лучше иметь с собой не зацепляйки, попперы или резинку с офсетником. Так будет, конечно, удобнее ловить. Ну и без лодки здесь очень тяжело. Здесь коряжник. Если я зацеплюсь, то, в принципе, приманку придется оставить. Чем здесь место интересно? Тем, что щука с канала сюда, в общем-то, заходит и практически остается здесь навсегда, потому что в канале щуки вообще мало. На вот такие места как раз любит. Кажется мне, что здесь достаточно много желающих половить щуку. И не только спортивными способами. 100% здесь стоят где-нибудь сеточки. В общем, спокойной жизни у щуки здесь нет. Здесь неплохая зимняя рыбалка в самой вот этой вот луже, именуемом заливом. Здесь ловят щуку, окуня и плотву на мормышку. Щуку, естественно, жерлица, на живца. Шлюзование заканчивается поздней осенью, и лед достаточно быстро замерзает на всей поверхности залива. В принципе, рыбалка здесь возможна и по подлещику, и по плотве. Очень даже успешно. Конечно, погода шепчет. Сейчас очередной дождевой фронт пришел. Надо перемещаться на канал, потому что там будет джиговая рыбалка. Ну и другая рыба. В конце концов, она должна сегодня хоть как-то себя проявлять. Мелкий окунь, так уж точно. Популярных мест на канале довольно много. Уникальность Морозок в том, что здесь находятся сразу два разных типа водоемов. И если ловля в заливе не принесла успеха, можно переместиться на сам канал. Наш эксперт разместился на новой точке, возле Бакина номер 13. Вопреки расхожему мнению, это число некоторым людям приносит удачу. Но у Романа было не мистическое, а вполне логическое объяснение выбора места. Бакин стоит достаточно близко к этому берегу. И все баржи обходят его с дальней стороны. Соответственно, глубина в канале начинается ближе к противоположному берегу. Именно там ловят леща на донке. И на поплавочную удочку. Здесь же лещатников нету. Здесь в основном спиннингисты. Ну, вот этот участок, он самый популярный. Сегодня просто будний день, поэтому народу достаточно мало. Так обычно по выходным здесь собирается толпа любителей спиннинговой рыбалки. И даже есть любители донной ловли налима. Здесь по глухой осени ловят налима на донке. Ну, по крайней мере, раньше ловили.
Вот это течение, оно здесь, в общем, неспроста. Образуется оно в результате открытия шлюзов и прохода кораблей. То есть масса воды вытесняется кораблем и уходит в залив, потом также резко возвращается обратно. И именно в этот момент рыба активизируется и начинает брать. То есть на таких местах регулярно концентрируется судак и окунь, и частенько выходит жерех. Но сегодня погода не его, поэтому не видно ни всплесков и ничего, но он здесь тоже может присутствовать, поэтому даже на вертушку в таких местах можно что-то взять. Для того, чтобы поймать судака и окуня, нужен либо воблер с заглублением где-то 1-2,5 метра и спускать его по этой струе и потом вытаскивать на себя, либо использовать отводной поводок, потому что классический джиг здесь несколько не актуален, очень много камней, он будет просто застревать. Вот я сейчас, наверное, свяжу поводковую оснастку и попробую половить донного хищника, и, в общем-то, надо будет ждать очередного корабля, чтобы течение включили, и началась рыбалка. По первому впечатлению, канал напоминает собой глубокую реку. Однако не стоит забывать, что это искусственное сооружение. Надо учитывать, что скорость течения на канале зависит от работы шлюзов и может меняться от стоячей воды до довольно сильного потока, волочащего даже 20-граммовую джиг-головку. От скорости течения в канале вообще зависит многое, если не все. Вот дождь чуть прекратился, солнышко даже начинает проглядываться. Это хороший знак. Может быть, даже мы увидим бой жереха. Ну, хотя бы одиночные всплески должны появиться. Но пока рассчитывать на это не приходится. На конец основной лески я привязал вертлюжок, а второй вертлюжок я сделал скользящим, то есть он у меня свободно перемещается. Потом я беру леску, диаметр, по-моему, 0,3. Достаточно толстая. Можно использовать плетенку. Ну, я возьму монофил. Потому что она более жесткая, чем плетенка, поэтому оснастка будет меньше путаться. 14-граммовый груз поставлю. Затем привязываю вот этот вот поводок с грузиком к тому вертлюжку, который свободно бегает по леске. Вот эта штука будет непосредственно контактировать с дном. Поводок под приманку я делаю длиной 1-1,5 метра, не меньше 1,20 метра. Для чего? Для того, чтобы она меньше перехлёстывалась с тем поводком, на который висит грузик. И на длинный поводок рыба клюет все-таки лучше, чем на короткий. Заканчивается все это будет, естественно, крючком. В данном случае одинарник, потому что камни, зацепы. Одинарник все-таки дает шанс. Ну и рыбе тоже, кстати. И сюда я повешу резинку небольшого размера, темного цвета. Цвет называется в простонародье машинное масло. Бывает с блестками, бывает без. Чем это обусловлено? Тем, что в канале очень много подкаменщика. И, в общем-то, судак и окунь предпочитают именно его другим видам рыбы, потому что подкаменщик, ну, может быть, более пассивный, и его проще, в общем-то, поймать, можно сказать. Вот, кстати, снова включилось течение, это значит, идет корабль, и открыли шлюз. Надо начинать ловить. Течение достаточно сильное, в отличие от других участков канала. Здесь, конечно, приманку сносит. Даже с 18-граммовым грузом здесь, я думаю, будет сносить. У меня 14, тем более. Ну, 18 я ставить не буду, потому что это на пределе возможности спиннинга. Кстати, палка у меня сегодня не тяжелая, до 18 граммов всего лишь. И не очень длинная, всего лишь 2,60. В общем, средняя палка средней длины. Проводка очень сильно отличается от классической джиговой. В данном случае такой способ используется, как волочение грузика по дну. А приманка там где-то скачет тоже в придонном слое. И, в общем, рыба на нее должна клевать. Место достаточно перспективное. Очень выгодно отличается от всех других мест на канале имени Москвы. Но пока выгода это ни в чем не выражается. Но я думаю, все еще будет. И вот, кстати, первая поклевка, и, по-моему, это окунь прицепился. Действительно есть. Да, мелкий окунь. Окунь, конечно, мелковат. Ну, нормально, для первой рыбы вообще отлично. Взял, кстати, с первой бровки.
потому что канал имеет форму, грубо говоря, корыта, идет свал, который укреплен вот этими камнями, битыми плитами, вот этими мраморными блоками. В каких-то местах канал действительно сделан из плит, то есть вот этот береговой свал, он уложен плитами, и там не за что особо цеплять, кроме края плиты. Ну, там тоже на этом же свале стоит рыба. Вот в данном случае он взял между камней практически в берегу, на нижней бровке. Значит, рыба сегодня стоит внизу. Ну, это нормальная ситуация в плохую погоду. Это в хорошую погоду он выходит практически под берег и гоняет малька. Но сегодня не тот день. Но уже хорошо, что как бы понятно, где и как рыба берет. По крайней мере, с окунем, я думаю, проблем теперь не будет. Но пока течения нету, в общем-то, рассчитывать на какой-то результат не приходится. Оно, конечно, присутствует постоянно, но достаточно слабое. Вот именно в тот момент, когда появляется такая бурлилка, рыба, в общем, и выходит питаться хищной, потому что малек находится в неком паническом состоянии, мне кажется. То есть перемена вот этого течения, она дает свой результат, и хищнику проще охотиться, ну, его в этот момент проще поймать. В данном случае надо будет поэкспериментировать с цветом резины. Я думаю, удастся подобрать ключик к этому месту. Иногда на канале имени Москвы выстреливали самые неожиданные цвета твистеров, даже на которые, ну, на обычной рыбалке, на каком-то другом водоеме, даже не подумал бы ловить. Погода сегодня пасмурная. Попробуй поставить яркую резину. Машинное масло — дело хорошее. Можно и на зелененький такой попробовать поймать. Реальные возможности канала таковы, что он с успехом может поить и кормить многих москвичей и жителей Подмосковья. Здесь немало крупного жереха, судака. В изобилии встречается лещ, ясь. Завсегдатаи водоемов всегда припомнят случай поимки сама или крупной щуки. Ну и, конечно же, не обошлось на канале без окуня. Тем не менее, рыбалка не всегда и не у всех складывается удачно. Нет пока. Попробуем тяжелый джиг ловить. Вот сейчас вот типа ультралайт, правда, места немножко крупновато. Может быть, что-нибудь. Но странно, что даже мелкого окуня нет. Судачок сидеть вообще не хочет. Как всегда, будем пенять на погоду. Вот зацеп. Поймал? Угу. Вот прошел первую бровку, и снова поклевочка. Опять такого же формата окунь. На другой цвет. Очень-очень даже все живенько. В принципе, далеко забрасывать не надо для того, чтобы такого поймать. Он клюет весь в ногах. То есть можно кидать вдоль бровки и совершенно спокойно его ловить. Естественно, я его выпущу. Попробую без дальних забросов, просто вдоль бровки. Может быть, это тупо, но это приносит плоды. А потом уже будем замахиваться на судака. Хотя бы третьего окуня поймать, и уже будет веселее. Многие любители джиговой ловли предпочитают не размениваться на ловлю окуней, а целенаправленно искать клыкастого. Следуя за косяками добычи, судак приплывает на канал из прилегающих водохранилищ. Какое-то количество хищника, конечно, обитает в канале безвылазно, но все-таки большая часть рыбы заходит сюда в определенный промежуток времени. На это и делается основная ставка в поиске вожделенного трофея. Канал имени Москвы — достаточно старый водоем. Он был построен заключенными в 30-е годы прошлого века. И здесь очень многое при строительстве людей полегло. То есть он на самом деле построен на костях, и это не преувеличение. Но стал он популярным у рыболовов, и у поплавочников, и у спиннингистов. Ну, может быть, у спиннингистов в меньшей степени, потому что поплавочникам здесь удобнее. Здесь проводятся соревнования на многих участках, потому что равные условия у всех спортсменов. Здесь очень удобно ловить на донке леща, которого, кстати, здесь достаточно много развелось. Хорошее место. И со штекером здесь интересно половить, и с фидером. В общем, есть где разгуляться. Здесь вот есть участки с травой, судя по всему, вот мне попалась травинка. Щуки здесь очень мало, но она присутствует, в основном мелкая.
потому что крупная щука оседает в водохранилищах, которые связывают канал. Это несколько водохранилищ вблизи Москвы, ну и, естественно, Московское море. В районе города Дубна канал соединяется именно с Московским морем, с Ваньковским водохранилищем. А вблизи Москвы он проходит через Пестовское, Икшинское, Пяловское водохранилище, Клязьминское. То есть он, в общем-то, позволяет рыбе из одного водохранилища в другое беспрепятственно перемещаться. В канале есть сом, но, как правило, попадается он вблизи водохранилищ, потому что там есть серьезные глубины, больше, чем в канале, ну и кормовая база более богатая. В самом канале сама практически никто не ловил. Но зато очень много судака проходного. Есть, конечно, какие-то оседлые формы. Но, как правило, Эльдорадо наступает именно, когда на эту косу выскакивает судак, который перемещается по каналу. Тогда действительно можно обловиться. В канале очень много крупного леща и плотвы тоже крупные. Попадается ясь. Ясь килограмм. Явление нередкое. Я бы сказал, что раз в неделю кто-нибудь доловит такого. Вот еще один попался с первой бровки, но это совсем мелкий. Но третий. Среди вот таких вот окуней здесь обязательно в камнях трется пара-тройка хороших граммов по 200. Ну, минимум 100. Можно поймать. Сейчас прогуляемся по берегу, если погода позволит. Видите, какие-то дождевые тучи появились. Прогуляемся по берегу, посмотрим, что где. И вот так вот вдоль камней можно собирать вот таких вот целый пакет. На уху точно хватит. Ну, можно взять и судачка мелкого, и окуня хорошего. Естественно, не одна только ловля хищника на канале может принести удовольствие и трофей. Любителей ловли мирной рыбы здесь можно встретить ничуть не реже, чем спиннингистов. Ну так, слабовато сегодня. Вчера маленько поклевывало. Сегодня один карасик с утра, и все, больше ничего. За два дня он весь улов. Конечно, основная рыба в канале – это лещ. Его ловят практически все, кто приезжает на канал. Точнее, пытается поймать, но это избранное. Самое интересное время – это вот с конца мая, ну, в общем, до конца августа. И подлещик, и лещ клюет достаточно активно. Можно на донки, на червя, на макароны, а можно просто на удочку, на мотыля или на опарыша ловить. Главное использовать как можно больше прикормки, потому что течение ее очень быстро смывает, и нужно прикармливать достаточно тяжелые смеси, то есть с грунтом желательно добавлять мотыля, опять же, в корм. Единственное, что может подойти окунь и ёрш, тут, конечно, рыбалка немножко подпортится. Зимой здесь, к сожалению, ловить нельзя, потому что воду сбрасывают, здесь достаточно сильное течение, и лед практически не встает на водоеме. А рыба скатывается в водохранилище на большую глубину. Рыбалка здесь начинается после подъема воды и начала навигации, когда уже начинает циркулировать вода по каналу. И продолжается до глубокой осени, когда навигация заканчивается. Причем течение в канале – это основной фактор, влияющий на клев рыбы. Если во вторник и четверг шлюз не работает, то рыбалки практически не будет. Будет одно мучение. То есть надо выбирать те дни, когда шлюз функционирует в штатном режиме. Тогда и рыбалка будет вполне сносной. В общем, опять течение включилось. Сейчас наполняется залив, потом оно пойдет обратно. Рыба не то что не активна, она может и активна, но как-то по-своему. Окунь иногда тюкает, иногда попадается даже. Сейчас сменю место, может быть, поймаю еще пару дежурных. В общем, такая равномерная, неторопливая рыбалка. Но мне все-таки кажется, что здесь слишком мелко для того же судака. Все-таки уже осень, и он держится на более глубоких участках, на каких-то, может быть, свалах более крутых. Здесь свал пологий, такая коса достаточно длинная выходит. И
результат немножко другой, в основном окуневый. Может быть, дальше там, где свалы менее пологие, можно будет взять еще что-нибудь и, возможно, покрупнее. Сейчас я попробую пройтись еще метров 50-60. Если ничего не будет, то можно вернуться на то место, где я начинал. В принципе, там окунь стоит, и можно будет еще поймать несколько штук. Камней очень много. Самый простой способ и самый надежный – это попробовать продернуть грузик. Ну, в большинстве случаев помогает. Если нет, то приходится обрывать. Тут, конечно, ничего не поделаешь. С лодки здесь ловить нельзя из-за того, что канал судоходный. Это просто опасно. Поэтому приходится мириться с таким количеством зацепов и потерь. Зацепов здесь, конечно, много. Я уже достаточно серьезно проредил коробку с грузиками. Штук 10 я точно оставил. В этом плане, конечно, водоем достаточно убыточный для спиннингиста. Но все равно интересный. Ну вот остался один грузик. Так что рыбалка, чувствую, скоро закончится. Отправляясь на рыбалку на канал имени Москвы, запаситесь приманками и джиг-головками. Во многих местах ложи канала нагромождено камнями, и зацепов здесь невероятное количество, причем мертвых. Каждый рыбак оставил тут не одну приманку. Свою порцию дани принес каналу и Роман, уложив на дне весь запас грузиков. Чтобы не рисковать последним, он решил вернуться к первоначальной окуневой точке. Надеясь, что там у него появится больше шансов увидеть рыбу, до тех пор, пока он не лишится последней джиг-головки. Вот и все. Это последний. Больше сегодня оставить ничего не удастся, потому что грузов у меня попросту больше нет. Значит, если я его сейчас обрываю, то мы едем домой. Конечно, жаль, что Роману не удалось поймать судака или жереха, но учитывая, что наши соседи-спиннингисты вообще не обрыбились, то и окуневый результат можно считать успехом. Наш эксперт прочесал около 7 точек вдоль канала, но уловистой была только одна, первая. Вот окунь отсюда никуда и не уходил, он продолжает клевать практически с той же точки, правда, размер его с каждым разом все меньше и меньше. Я думаю, следующий будет раза в два мельче. Но ничего, вот пока грузик не оборву, вот сколько смогу поймать, столько и поймаю. Ну что ж, судаком здесь сегодня и не пахло вообще. Ну, в общем, и неудивительно. Попробую еще раз на то же место. Может, там их стайка? Тем более, что течение опять включилось, и оно наполняет залив. Поклёк есть. По-моему, совсем мелкий. Действительно. Как я и говорил, еще мельче попался. Последний грузик оказался счастливым. На него больше всего рыб попалось. Ну, точнее, не на него, а на приманку. Приманок-то у меня еще много, а вот кидать их больше не с чем. Неизбежное все же свершилось. К счастью, поздно, а не рано. Ну, вот, собственно, и все. Больше грузов у меня нет. Поэтому рыбалку надо заканчивать. Начало сентября. Канал имени Москвы. Облачно, кратковременный дождь. Средняя температура плюс 13 градусов. Давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
Ну, в принципе, рыбалка неплохая по такой погоде, да и время года уже не лето, конечно. Ну и несмотря на то, что буёк, вот я тут заметил, номер 13, вряд ли он принес неудачу, потому что и рыбалка, в принципе, вполне нормальная. Может быть, если целый день здесь ловить и запастись свинцом как следует, можно поймать и больше окуней, дождаться выхода, может быть, какой-то стайки, более увесистых его собратьев. Но что есть, то есть. Ловить больше не на что. Это была программа «По клевым местам». С вами был Роман Бутузов. До свидания.